У нас замечательная новость. Родились 4 котеночка бенгальской породы. 3 мальчика и 1 девочка. Детки все красивые, нарядные, имеют большие розетки на золоте. Будут все зеленоглазенькие. Мама и папы у нас с зелеными глазками, поэтому детки должны быть такие же. Очень активные, сейчас им уже почти, чуть больше месяца. Уже видно окрас, уже видно, что детки пытаются играть, подрастают. Очень ручные, хорошенькие, красивые головы у них, ушки хорошие, небольшие. И красивый, конечно же, наряд. Очень яркие будут, красивые представители породы. Это второй помет у этой пары, поэтому мы уже с точностью, с гордостью говорим, что котята будут достойные.